Сегодня у нас аномальная жара, плюс 30 на солнце. Собаки все оттопыриваются в тени, как это возможно. Вот здесь вот все в тенечек легли. Также у нас Бобби, смотрите, вот он, Бобби, он ходит на трех лапках, ходит. Ой, ее поет, отступила, куда я. Так, Бобби, иди сюда, иди. Бобби, вот у него тут шов. Надо сейчас снимать. Здесь вот у него эта рана была короткая. Сейчас уже она скоро отвалится. Вот. Задняя лапка у него, на которую он не наступал, там пальцы обрезаны. Но пока, конечно, ее тоже вот ему больно, но он старается ходить все равно. Вот они все. Наша Мэгги в вольере сидит. Вот она там разрыла землю. Она сделала бардак. И у нас еще проблема. Нам вернули Марселя. Короче, он месяц прожил в новом доме. И так он и не привык. Марсель, привет, Марсель. Марсель, ты нас узнал. Мальчик, мальчик, хвостиком он машет, обрадовался. Пойдем-ка. Пойдем, Марсель. Он вообще ходит на поводке? Нет, он не пытается. Марсель, пойдем, пойдем, пойдем. Марсель, Марсель, давай. Ой, Марсель, молодец. Ой, домой приехал мальчик. Да, ни хрена. Марсель, Марсель, иди сюда. Ой, Марселька. Марселька, Марселька, привет, привет. Ой, зайчик мой, да привет. Господи, зайка, ты меня любишь. Ты моя собака, что ли? Ой, ты моя зайка, да ты привет, привет. Марселька, пойдем, пойдем. Да, я просто вас люблю и не хочу от вас уезжать. Да, вот, представляете, как вот он к нам привык, и все, а в том доме вот он и кусался. Пойдем, Марселька. И все, Марселька, пойдем, 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 гулять, гулять. Пойдем, пойдем, Марсель. Гулять, 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 Марсель. Своим, говорит, своим. Я, говорит, туда хочу домой. Ладно, пойдем, Марсель, домой. Так. Заходи, он тебя встречает, пойдем, пойдем. Марсель, заходи, Марсель. Смотри, тут Марселька. Ой, ой, да ну вот, вернулся. Тебя. Вернулся мальчик. Все его встречают. Ой, ой. Вот он у нас месяц прожил в новом доме. Ничего себе. Ой, какая радость у собаки. Ой, какая радость. Вы меня, говорит, больше не отдавайте, не отдавайте. Он вообще прыгает, радуется, капец. Так, Нюрочка, тихо там. Марсель, ты большой стал. Ты большой стал мальчик. Ну, Марсель, Марсель. Вот, Марселька. Кудрявый он. Ну вот, ну как вот его пристраивать? Вот, месяц просидел под шкафом в новом доме. На улицу они с ним так и не вышли. Гулять не смог он. Потому что он месяц прожил просто, собака прожила в полном стрессе. Привет, мальчик мой, привет. Вот он мой зайка, да привет, он радостный какой. Марсель, вот он мой зайчик. Марсель, 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 привет. Вот она, любимая будка, да. Вон, все, даже, да. Я тут, говорит, буду спать в будке. Вот, мне, кажется, не надо в квартиру. Да, ты мой зайчик, да привет, привет. Да привет, привет, Марсель. Иди сюда. Будки уже меняются, Минка, да? Тебя возвращают, да? Вот, у нас Жасминку возвращают. Жасминочка, привет. Вот она моя, привет, зайка. Да кого-то и мне тоже собаку сегодня вернули. Вообще огрызается. А ко мне пришли, все нормально, лапу дает. И все в порядке. Ой, откройте, пожалуйста. Жасминка. Жасминочка, ты никак не могла привыкнуть к людям, да? Ну, видите, тут специфика нужна, общение с собакой. Привет! Привет, моя куколка! Привет, пойдем! Пойдем, ну! А это моя Жасмина, да, Жасминка. Жасминка, давай. Конечно. Иди сюда, иди. Иди-ка, ну-ка. Давай. Так, это у нас замена Жасминки. Слушай, да. Нет, не хочу пока скушать, да. Вот она, Жасминка. Ой, 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 ой. Видишь, радость какая. Ой, Жасмина. Жасминка. Жарко, жарко. Что такое? Жарко, да, жарко. Все, моя девочка. Привет, 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 моя хорошая. Привет. Ой, вот она, моя девочка. Девочка, тебя возвращают в приют, да. Вот она, моя зайка. Как обрадовалась вообще, прям я не ожидала. Ты, моя девочка, в приют поедет, обратно будет в вольере жить. Все,
Вагин. Да. Иди сюда. Афоня, иди сюда. Афоня, иди. Афонь. Иди. Афонька. Афонька. Где такая? Где такая? Ну, надеюсь, Афоня у вас привыкнет. Давай, давай. Вот она моя. Привет, привет, привет. Колбасочку давай, Жасминка. Жасминка, сегодня Марсельку тоже вернули нам. Вот у тебя радости столько, да? Иди сюда. Жасмина. Надя, Надя, дайте ему сами колбаску. Афонь, и зови, зовите. Афоня, Афоня, на колбаску, на скорее. На, кушай. Афоня, Афоня, на колбаску. Вкусно, на. Вкусно. Я, говорит, возьму. Ну что, Афонь, будешь бояться? Афонька. Афонька, пойдем играть, играть, играть. Пойдем, пойдем. Скорее, 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 скорее. Скорее, 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 играть, играть, играть. Давай, давай, давай. Вот если бы Жасминки взяли бы другую собаку, они бы вдвоем нормально было бы. Вот Марсельку бы взяли бы, они бы вдвоем тут у вас. Ну. Как обрадовалась. Видишь, как обрадовалась хозяйка. Все такое, зайка. Только заговорила, она тут как начала бегать. Да ей просто скучно, видите, она тут сидит, ей скучно в этом вольере. Да вы думаете, мы к ней не приходим, что ли? Ну, она, видите, вас не она это, нас никак, вот я не муж принимает. Уехал, я 2 недели одна, я хожу ее, кормлю, с ней разговариваю, тут приду, с ней сижу. Ты на следующий день прихожу, выбрала, да? Каждый день мы как первый раз как будто видимся. Ну вот я тогда и говорила, что надо взять такого щенка, который вот такой колобочек. Вот она, наша девочка, мы обратно вернулись в приют, где она и жила со своего детства. Вот сейчас посмотрим на ее реакцию, как она будет встречать собачек, которых она знает, и как ее будут встречать. Вот. Напомню, что Жасмина жила месяц. Был испытательный срок, но люди не смогли ее не приручить. И наладить с ней контакт тоже не смогли. Вот, собаке полгода, она бездомная. Так, все, иди. Так, пошли. А вот он, Марсель. Вот, Марсель тоже у нас его сегодня вернули. Он месяц прожил в квартире, и тоже люди его не смогли приручить к себе. Жасмин, 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 ты знаешь всех. Жасмин. Ну, вот, Жасминка, 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 давай, да. Вот, нас любят, все, от нас не хотят никуда уезжать. Вот они. Вот они, вот они, вот они. Вот, Жасмин, Жасмин. Все. Тут, конечно, классно. Собаки он. Много собак, все хорошо. У себя дома вроде как. Так что никто не хочет с приюта уезжать. Да, котики? Никто не хочет уезжать. Все хотят с нами жить. Что же нам делать со всеми вами, а? Красотуны. Ну, вот и Бобби. Вот они. Бобби, Бобби, Бобби. Ну это же Марсель, ты что? Ну, Бобби. Ну, познакомься с ним, с Марселем. Вот, Бобби, Бобби. Ну, ну, познакомься с Марселем. Ну, не надо на него гавкать. Марсель. Марсель. Напомню, что вот этих вот щеночков, вот этих вот черненьких, вот Жасмина и вот он, Марсельчик, мы их нашли зимой в лесу и сами выкормили из соски. И получается, что вот пристроили, и никому они не нужны оказались, кроме нас. Так они, видимо, с нами останутся. Тоська вот у нас тоже ни одного звонка нету. Лохматый вот тоже он. У нас непристроенный. Акела вот тоже непристроенный. Все эти щенки, да, которые были нами спасены, но так и не были пристроены. Потому что, видите, да, отношения людей не получилось. Все, значит, нужно вернуть. Это какие-то вообще барашки просто. Смотрите, они просто барашки кудрявые. О, Жасмин, Жасмин, о, Марсель, 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 привет. Зайчонок, Марсель, привет, ой, радости-то, ой, радости-то сколько, ой, радости, полные штаны. Так что вот, ребятки, присмотритесь, пожалуйста, собачки ищут дом.